Тема генетика. Сегодня разбираем плазмиды бактерий. Определение. Плазмиды – это автономно существующие структуры или внехромосомные наследственные детерминанты. Плазмиды существуют в виде двухцепочечных кольцевидных молекул ДНК. Наиболее изучены плазмиды у Escherichia coli, Shigella, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus. Эти плазмиды ответственны за устойчивость к антибиотикам. Размеры от 1,5 до 100 мегадальтон. Клетки хозяева плазмид могут существовать и размножаться без них. Свойства и функции. Плазмиды – это инструменты молекулярной биологии. Плазмидную ДНК можно соединить инвитро с фрагментами чужеродной ДНК из любого источника и создать гибридные молекулы. Устойчивость, обусловленная плазмидами, обычно обеспечивается ферментами. Свойства плазмид. Первое. Это внехромосомный фактор наследственности. Второе. Автономность репликации. Третье. Трансмиссивность, то есть передача посредством конъюгации. Функции плазмид. Регуляторные. Они компенсируют дефекты метаболизма бактериальной клетки. Кодирующие. Привносят в бактериальную клетку новую генетическую информацию. Виды плазмид. К плазмидам относятся умеренные фаги. Это типичные модели плазмид. F-фактор или фактор фертильности, он не обязателен для бактериальной клетки и находится в автономном состоянии. R-фактор – фактор резистентности, включает гены резистентности к нескольким антибактериальным препаратам. Передается путем конъюгации и трансдукции. Фактор бактериоциногенности – это плазмиды, которые детерминируют ингибиторные белки. У Escherichia coli – колецины, у холерных вибрионов – вибриоцины, у стафилококков – стафилоцины. Неконъюгативные плазмиды имеются у грамположительных кокков. Плазмиды патогенности контролируют вирулентность энтеробактерий. Критические скрытые плазмиды проявляются в фенотипе. Также открыты плазмиды, которые сообщают бактериям способность синтезировать энтеротоксин и гемолизин. Благодарю за внимание.